Здравствуйте, друзья. На время изоляции наши залы закрыты. Но это не значит, что в нашем дозе нет занятий. Каждый вечер по расписанию тренировок мы с учениками собираемся в интернете. Благо сейчас для этого есть полно возможностей. Есть видеоконференции, аудиочаты. Мы смотрим и обсуждаем видео, делимся впечатлениями, новостями, просто беседуем. Даже смотрим вместе кино. И вас мы тоже с радостью примем в наш круг. Изоляция – это не повод поставить жизнь на паузу. Мы будем работать, общаться с друзьями, заниматься айкидо. И, кстати, не забывайте про эти штуки. Занятия в залах возобновятся по расписанию, как только это позволит ситуация. Как всегда, всем хорошим людям желаю здоровья.